Время региональных новостей в эфире «Вести Чукотки». Меня зовут Анна Мартяшкина. Здравствуйте. В Анадыре простились с бойцом Евгением Теркинта. Санитар отделения сбора и эвакуации раненых штурмовой роты мотострелкового батальона героически погиб в зоне специальной военной операции. Ему было 39 лет. Уроженец села Марково. После школы переехал в Анадырь, где учился в ПТУ, а затем проходил срочную службу в Хабаровске. После армии работал бурильщиком, дорожным рабочим в разных организациях города. В марте этого года принял добровольное решение отправиться на фронт. Погиб 4 августа при выполнении боевого задания. Дома Евгения ждали мама и жена. В памяти близких он останется верным другом, хорошим мужем и любимым сыном. Его семье будет оказана вся необходимая помощь. Церемония прощания с Евгением Теркинта прошла с соблюдением воинских традиций. После гражданской панихиды состоялось отпевание воина в Свято-Троицком кафедральном соборе. Похоронили бойца на городском кладбище.